В этом году объявленным в республике главой Карачаево-Черкесии Рашидом Тимрезовым «Годом молодежи» руководитель региона в новой рубрике своего телеграм-канала будет рассказывать о талантливых, добрых, умных, активных и неравнодушных молодых земляках, которые наравне со старшими своим созидательным трудом и любовью к родине сделали и продолжают делать очень многое для социально-экономического и культурного развития. Среди них Альбина Качиева. Она всегда была в центре общественной жизни, со школьной скамьи участвовала в творческой и волонтерской деятельности, была президентом родной школы. Активная гражданская оппозиция только усилилась в студенческие годы. Кроме того, наша землячка с самого детства была натурой, увлеченной искусством. Альбина интересовалась литературой, актерским мастерством и музыкой. Особая любовь у нее к кулинарии, которая и вдохновила Альбину реализовать проект о старинных рецептах «Аутентичная кухня народов Карачаево-Черкесии». Проект получился ярким, красочным и вкусным. А главное, в своих телевизионных выпусках Альбина сумела показать, насколько разнообразна культура народов нашей республики, неотъемлемая часть которой – кухня. Несмотря на богатый трудовой путь от специалиста территориального подразделения Росстата до начальника пресс-службы СКГ, Альбина по-прежнему находит время, силы и желание быть полезной для своей республики. За ее плечами немало социально значимых проектов и добровольческих инициатив. Рашид Тимрезов выразил слова благодарности Альбине за ее творческую деятельность, большой вклад в развитие гражданского общества и неравнодушие к судьбе родной республики. Именно за чуткой и активной молодежью и будущее Карачаево-Черкесии и всей России, нашей великой державы, сказал он.